Уважаемые организаторы турнира, спортсмены и гости, в первую очередь я хотел бы поприветствовать вас от имени всего сообщества героев Советского Союза, Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы. 9 декабря ежегодно, 10-й раз мы отмечаем дату памятную, День Героев Отечества. И как раз 12 декабря у нас День Российской Конституции. Поэтому я приветствую всех от имени оставшихся 615 живых героев Советского Союза, Российской Федерации, полных кавалеров Ордена Славы. Я желаю ярких, красивых схваток спортсменам, судьям справедливого, бескомпромиссного судейства, а зрителям много приятных минут на этом замечательном спортивном детском празднике. Наше сообщество героев ежедневно вместе с детьми и очень-очень поддерживает спорт. Благодаря спорту люди достигают больших вершин. Конечно, учеба, спорт в будущем дают молодежи все. Поэтому надо заниматься и наукой, и образованием, и спортом. Тогда можно достичь результата. Вот вам представили, видите, прекрасных людей, почетных гостей, которые благодаря учебе и спорту достигли больших вершин. Но я вам скажу, что благодаря именно спорту, занятиям многими видами спорта, я практически до 60 лет, мне сейчас уже 75, я с пилотажными группами выдерживал все перегрузки. Вот к этому надо и стремиться в спорте. С праздником вас, все молодые ребята! Праздником спорта в городе-герое Москве.